Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Американка Патриция Томпсон не случайно интересуется гастролирующими в Нью-Йорке грузинскими исполнителями и посещает их концерты. Она порой заглядывает из-за кулисы, чтобы пообщаться с земляками своего отца, знаменитого поэта Владимира Маяковского. Какой инструмент? Пандури, пандури. Нравится звук? Красивый. А какое приятное лицо у этого музыканта. Сколько красивых лиц вокруг. Факт появления на свет Патриции Томпсон, или, как она сама себя называет, Елены Владимировны Маяковской, держался в тайне более 60 лет. Сейчас она впервые представляет себя танцором ансамбля «Сухишвили». Наконец-то я нашла людей моего роста. Представляю, как бы радовался отец, если бы видел меня с вами. Мы и много слышали о вашем отце. К сожалению, обо мне никто не знает. Сейчас уже знают. Мой отец бережно хранил Грузию в своем сердце. Он говорил об этом моей матери, а она мне. Я в восторге от нашей встречи. Для меня это имеет большое значение, духовное и художественное. У нас не так часто устраиваются грузинские представления, стараюсь их не пропускать. А все началось в июле 1925 года. Маяковского на 3 месяца послали в Нью-Йорк. Здесь он познакомился с Элли Джонс, или Елизаветой Петровной Зиберт, эмигранткой из России. Она стала его переводчицей. My mother told me that my father was absolutely irresistible. Мама говорила, что он был просто неотразимым. Она вспоминала папу как веселого человека, с которым было легко и приятно общаться. Он не был в жизни таким серьезным, каким кажется на некоторых фотографиях. Мама часто просила меня не винить его. А где они встретились? В Нью-Йорке, в доме адвоката, на поэтической вечеринке. К этому времени мама уже успела расстаться со своим английским супругом, за которого вышла замуж в Москве. На прием она пришла со своей приятельницей. Маяковский не говорил по-английски, поэтому больше внимания уделил русскоговорящей девушке. Позже он пригласил к себе небольшую группу друзей, в том числе и маму. Рано утром он предложил всем сходить вместе к Бруклинскому мосту. Наверное, тогда и зародилась у него идея создания известного стиха. Целый день они провели вместе с моей мамой, и, как она говорила, не расставались до его отъезда. Он был однолюб, но недолго. Ее дом на северо-западе Манхэттена напоминает средневековую крепость. Она живет одна, и, несмотря на преклонный возраст, ей 82 года, продолжает писать книги, читать лекции в университете, путешествовать. День всегда начинается с чтения газет и журналов, в которых она отбирает публикации, посвященные событиям в России и в Грузии. Когда вы узнали, что вы дочь известного поэта Маяковского? Я точно не помню дату, когда впервые услышала об этом. В принципе, все знали, и я, и мама, и мой отчим, и 2 очень близких друга нашей семьи знали. Но они вели себя очень осторожно, чтобы ничем не смутить нас, ни маму, ни отчима, ни меня, не поставить в неловкое положение. Перед смертью матери я попросила ее записать на пленке все воспоминания, совсем как журналист, задавала ей уйму вопросов, чтобы осмыслить и понять все, что произошло с ней во время встречи с Маяковским в Нью-Йорке. Я до сих пор храню эти записи. Когда мама не стала, я поняла, что настало время оповестить общество о себе, как дочь Маяковского. Но прежде чем сделать это, решила сама достигнуть чего-то в жизни, но под своим именем, под именем
Патриция Томпсон. Patricia Thompson. Она создала стройную систему семейной жизни, посвятила десятки трудов социальной тематике, вопросам семьи и быта. Она известна как философ быта и лидер теории гестианского феминизма. Патриция – доктор философии, автор учебников для детей, консультант образовательных программ, профессор Нью-Йоркского университета. К своему удивлению, позднее я обнаружила, что меня, как Маяковского, интересовала идея формирования нового человека, его лучшее будущее. Наши взгляды во многом сошлись. Оказалось, что я совершенно неосознанно шла по тому же пути. Речь не идет о поэзии, а о социальной справедливости. Как впоследствии развивались их отношения? Ко времени его отъезда мама не была уверена, что зачала ребенка, но они договорились хранить молчание про это, то есть про их близость. Для этого было много причин. Мама очень боялась КГБ, особенно после таинственной гибели председателя Амторга Хургина и доктора Склянского, правой руки Троцкого. Они оба утонули в озере Лонг-Лейк в штате Нью-Йорк, при загадочных обстоятельствах как раз в тот период времени, когда Маяковский находился в Нью-Йорке. Мама пока не имела развода, хотя она уже не жила со своим мужем-англичанином. Но все же нельзя было не считаться с общественным мнением. Последнюю ночь они провели вместе. Мама проводила его, но в порт, откуда отчаливал пароход, не пошла. Когда она вернулась домой, увидела, что вся ее постель устлана множеством разноцветных фиалок. Маяковский потратил все последние деньги на ее цветы. Да, это была действительно романтическая любовь. Короткая, трагическая, я бы сказала. Тогда даже думать об их дальнейшей совместной жизни было невозможно. Ведь мой дед был изгнан из России. Несколько слов о ваших предках, живущих в России. Семья Зибертов и Норфелтов со стороны бабушки были приглашены из Германии в Россию императрицей Екатериной Великой для оказания помощи в освоении новых земель и в строительстве. У них была очень хорошая репутация за трудолюбие, честность. Они были христиане. Дед матери был богатым землевладельцем. Ее отец тоже добился успеха, владел поместьями. Он дал детям приличное образование. Моя мама говорила на четырех языках, родным был русский. Также она знала немецкий, французский, английский. Когда ей встретился Маяковский, она уже переводила стихи Рильке и Гёте. Мама была хорошей собеседницей для Маяковского. Их влекло друг к другу, и не только физически, но и духовно. Мне очень повезло, что я унаследовала от них и одно, и другое качество. В Нью-Йорке Маяковский жил на севере Манхэттена, в одном из округов города в Бронксе, в семье близкого друга, отца русского футуризма, художника Давида Бурлюка. Маяковский часто брал маму к Бурлюкам в Бронкс. Это известная ее фотография, изображающая Элли Джонс на крыше жилого комплекса, сделана в доме Бурлюка. Примечательно, что жена художника тоже была родом из Башкирии, из Уфы, так что у нее было много общего с мамой. Бурлюк нарисовал замечательный портрет моей матери. В эти же годы в Бронксе проживала и семья американца Владимира Тальмы, которую часто посещали видные личности из России. В 25-м году приезжал Маяковский. Он был у нас в доме. Есть фотографии, где на обороте мама написала эту фотографию, снял Маяковский, где они с отцом около коляски, где я лежу. И, кроме того, в нашем доме Маяковский был с женщиной Элли Джонс, которую мама знала. Я помню это имя еще давно, и от которой у Маяковского дочь здесь, в Америке, родилась. Он меня, как мама рассказывала, качал на руках и кричал: «Эх, Вовка, почему ты не полный мой
тезка Владимир Владимирович. Известно, что Маяковский в совершенстве владел грузинским. Ваша мать что-нибудь говорила об этом? Одна трогательная история, рассказанная ей, убеждает в том, как Маяковский гордился своей принадлежностью к Грузии. Оказывается, он порой останавливался на одной из улиц Нью-Йорка, скидывал руки и начинал громко голосить по-грузински. Проезжающие мимо такси останавливались. В те годы многие грузины работали таксистами. Они собирались возле него, с интересом слушали. Он был счастлив. Потом все шли в ресторан. Грузинского тогда не было, шли в армянский ресторан. Что касается Грузии, думаю, на темперамент Маяковского в каком-то плане повлиял тот факт, что он рос в Грузии. Он часто бил себя по груди и восклицал: «Я грузином рожден». Я хорошо понимаю его. Он был очень независимым, честным, искренним, любящим человеком, даже нежным. Именно такие качества я нахожу во многих грузинах, с которыми общаюсь здесь. Тем не менее, меня очень огорчает факт переименования поселка Маяковский в Грузии, где родился и вырос отец. Думаю, это была дань уважения к нему народа, страны, а сейчас его предали. Сам Маяковский никогда не сменял Грузии. Ему была очень дорога и близка эта страна. Он иногда даже сам походил на грузина. А вы тоже имеете грузинский характер? Да, имею. Когда я думаю, какая я независимая, какая прямолинейная, как не люблю ложь. Я понимаю, что любое общество испытывает временные трудности. Тем не менее, грузинский характер очень дружелюбный, открытый. В нем заложено много интеллектуальной потенции. Вы едете в Грузию? Я хотела бы поехать в Грузию. Меня как-то приглашали туда. Я гостила в России в то время и уже собиралась была вернуться обратно в Америку домой. Так что, несмотря на мое желание съездить туда, к сожалению, не получилось. В вашей семье есть что-нибудь из личных вещей Маяковского? Он нарисовал то, что сейчас называют карикатурой. Так он изобразил маму. Один раз они, оказывается, поссорились и собирались расстаться. Но Маяковский извинился и нарисовал, как мама мечет искры гнева в его сторону. А он покорно опустил голову. На другой его картине Маяковский изобразил себя возле дома под номером 71, где жила мама, с расставленными руками, кулаками, защищает Элли от назойливых ухажеров, богатых олигархов на автомобилях. Маме тогда было всего 20 лет. Одна из комнат ее квартиры целиком отдана семейному архиву. В нем 30 томов. Наиболее ценная информация содержится в материалах, которые более полувека собирала ее мать, Елизавета Зиберт. В них и хранится адресованное ей единственное письмо Маяковского. Оно датировано 26 октября 1928 года. «Две милые, две родные Элли, я по вас уже соскучился. Мечтаю приехать к вам еще хотя бы на неделю. Примите, обласкаете. Я жалею, что быстрота и случайность приезда не дала мне возможность раздуть себе щеки здоровьем, как вам бы нравилось. Надеюсь, в Ницце вылоснится и предстать вам во всей улыбающейся красе. Целую вам все 8 лап, ваш Вол». Это письмо он писал в Ницце. Я встретилась с отцом, когда мне было около 3 лет. Оказывается, однажды я начала играть с его рукописями, за что мама больно ударила меня по руке. Маяковский сказал ей: «Никогда больше не бей ребенка, пожалуйста». Маму он называл «Большая Элли», меня «Маленькая Элли». Мое русское имя – Елена. Меня назвали так в честь моей крестницы. Мою бабушку тоже звали Хелен. А вы помните русский? Я говорила по-русски, но моя мать постепенно отдалила от меня русскую среду. Когда мы встретили Маяковского в Ницце, я свободно общалась на русском, знала немецкий и французский.
До пяти лет совсем не говорила по-английски. Вы можете сейчас что-нибудь сказать? Я вас люблю. Я хочу кушать, я хочу спать. Я скучно. Вас окружают портреты отца. Вы общаетесь с ним? Sometimes. Иногда. Всегда, когда прохожу мимо, спрашиваю, я тебе нравлюсь, папа? Он часто переписывался с мамой? I feel that there was some interruption of correspondence. Как мне известно, какое-то время эта переписка прекратилась. Думаю, по вине третьей стороны. Вообще, мои родители были очень доверчивыми людьми. Думаю, кто-то сознательно прятал от него мамины письма. Вы имеете в виду Лили Брик? I'm afraid it would have been Lily Brick, yes. Боюсь, что это была она. Ведь обнаружили впоследствии, что она тесно сотрудничала с тайной полицией. Думаю, этот факт должны расследовать историки, чтобы внести ясность. Нельзя отрицать того, что Лилия Брик сделала много хорошего и полезного для моего отца. Ее муж, литератор и критик, относился к Маяковскому как к родному сыну. Люди не понимают, через что ему пришлось пройти. Как еще будучи подростком, он потерял отца, когда оказался за решеткой в тюрьме. На мой взгляд, все эти события отразились впоследствии на его творчестве. Возможно, потому он был таким бунтарем, таким активным борцом за лучшее будущее России. Я верю, что он был ее героем. Он погиб за Россию, а не за какой-то там роман. Что вы испытали, когда оказались в России? Я встала на колени и поцеловала русскую землю. Почему? Потому что я была у себя дома. Впервые я вернулась домой, в свой дом. Я всегда переживала, что не росла в России, хотя знаю, что здесь были трудности. Я пошла на Новодевичье кладбище, чтобы поклониться могилам отца, бабушки и тетушек. Вся семья Маяковских погребена там. Но я преследовала еще одну цель. У меня был с собой привезенный из Америки прах матери. Я пришла на могилу Маяковского, взрыхлила почву и поместила в ней часть праха, чтобы символично вернуть мать к тому, кого она любила всю жизнь. Первая ее любовь была Россия, вторая – Маяковский. Вам даже удалось повидаться с Вероникой Полонской в Москве, возлюбленной Маяковского. Она оказалась на редкость красивой, заботливой женщиной, даже в возрасте. Я поняла, почему отец любил ее. Я спросила госпожу Полонскую, почему в своей предсмертной записке Маяковский упомянул ее имя, а не наше с мамой. Она приложила руку к груди и сказала: «Он хотел защитить и меня, и вас». Я не считаю, что он покончил с собой. Я не верю в это. Кто-то должен мне это доказать. В это многие не верят. Полонская подарила мне также небольшую статуэтку Маяковского. Она сказала, что отец всегда носил с собой у груди авторучку, которую я ему подарила при встрече. Все это явилось для меня еще одним подтверждением тому, что я его дочь, а он мой отец. А так мне достаточно только посмотреть на себя в зеркало. Люди говорят, что у Маяковского был талант в каждом из 10 пальцев. Возможно, у меня способность только в 5 пальцах. Я, как и он, поступила в школу искусств в 17 лет. Хотела быть художником, но этим невозможно прокормить себя. Пришлось выбирать другую профессию. Я стала изучать политическую науку и правосудие. Поступила в Колумбийский университет на факультет международного права. Работала редактором в газете в крупной издательской компании, где редактировала книги. Потом сама стала автором. Опыт, полученный в издательском бизнесе, пригодился ей, когда наступило время издавать собственную книгу «Маяковский на Манхэттене».
Из вашей книги может получиться хороший фильм. Я хотела бы, чтобы мою книгу «Маяковский на Манхэттене» трансформировали в балетную постановку. Думаю, это очень эмоциональная история. Языком музыки и хореографии можно было бы точно передать все переживания и чувства. О вашей жизни, любви. Кто вдохновлял вас в жизни? В чем? В жизни. Мой отец. Разве в вашей жизни не было другого мужчины? У меня было много бойфрендов в период учебы в колледже. Для меня, как для молодой девушки, это было время перемен. Началом независимой жизни. Я стала жить отдельно, на квартире, часто устраивала вечеринки. У меня было много ухажеров, друзей, но никогда не было русского бойфренда. Русские воспринимали меня как американку. А я ничего о себе не могла рассказать им. Зато моей очень близкой подругой была русская Галина Цветкова. Мы с ней вместе в школе учились. Очень талантливая актриса. Она была замужем за русского журналиста. Кто был вашим мужем? Я встретила моего мужа, когда уже сделала карьеру и занималась издательской деятельностью. Мы познакомились в Атлантик-Сити, куда я поехала с моими друзьями. Он был вокалистом, тенором, пел во время шоу «На льду». Он был красивым, обаятельным, умным, производил впечатление очень веселого, светлого и положительного человека. Мои предыдущие ухажеры были юристами, врачами, имели профессиональные амбиции. В их глазах новый знакомый не заслуживал особого внимания. Я полюбила его, он был просто очаровательным. Мы поженились, а через 9 месяцев и 2 недели после свадьбы я родила ему сына. Муж все время работал в области искусства. А я занималась своей академической деятельностью. Мы прожили вместе 30 лет. Потом он захотел жить в Калифорнии. Мне же больше нравилось в Нью-Йорке. Наши пути разошлись. Он происходил из очень знатной семьи. Один из его предков поставил подпись под Декларацией о независимости США. Поэтому я назвала сына его именем Роджер Шерман из штата Коннектикут. Мой сын унаследовал очень хорошую кровь. Но, думаю, она уж чересчур революционная. Двух революций. Американской и русской. Hello. This is my son. This is Mayakovsky's grandson. Это мой сын, внук Маяковского, пришел, чтобы помочь матери разобраться с пишущей машинкой. Роджер Шерман Томпсон, адвокат по вопросам интеллектуальной собственности, женат. В прошлом его идея усыновления ребенка в России не реализовалась из-за бюрократических проволочек. Сейчас он воспитывает сына, колумбийца по имени Логан. I love you. I love you too, mother. It doesn't remind me in any way. Он ничем не напоминает Маяковского, интересуется вопросом интеллектуальной собственности. Мы вместе были в Москве, и он пытался объяснить русским необходимость охраны интеллектуальной собственности. Это сейчас очень важно. 3 раза в неделю Елена Владимировна вызывает такси и отправляется на работу. В колледже Лемона, в одном из подразделений Нью-Йоркского университета, она ведет курс по аспектам женского образования. В древнегреческой мифологии был такой период, когда люди поклонялись девственной богине очага и правильной домашней жизни и семьи. Звали ее Эстия. Я подробно изучила Эстию и ее племянника Гермеса, и пришла к выводу, что мы живем не в одной системе действий, а в двух. Первая – это семья, круг близких, друзей. Вторая – наша гражданственность, страна, политическое устройство. Обе эти системы уникальны и независимы.
В ходе исследований мне удалось сформулировать теорию двойных систем. Политика всегда доминирует в обществе, но в моем понимании семья и круг друзей находятся на первом месте. Маяковский очень хотел иметь семью, но ее радостей не испытывал. Я же, наоборот, хочу вкусить всю им сладость. But he never lived to enjoy it. But I want to. Я наследница яркой и недолгой страсти, шутит Елена Владимировна. Я дитя любви. Она энергична, сохраняет цепкую память, чувство юмора и оптимизм. Елена Владимировна верит, что любовь к жизни и ее философское кредо – надежные спутники в пути, которые ей предстоит пройти.